Йоу, здрасте, хлоп, привет, с вами снова мистер Кекс, и сегодня мы вместе с вами будем играть во что-то очень необычное, потому что мистер Вали Джонни, мой подписчик, прислал мне карту под названием «Вокруг света за 10 минут, вторая часть». Если вы помните, то много месяцев назад мы играли как раз-таки в его карту под названием «Вокруг света за 10 минут». Это было супер интересно. Мы попадали в различные страны, где нам нужно было проходить различные испытания. Это вторая часть. Вроде бы он ее строил не один. Мы сейчас об этом узнаем наверняка, потому что я заспавнился вот здесь. Поэтому, Вали Джонни, спасибо тебе большое за то, что делаешь офигенные карты. Гигантский респект. Мы все тебя любим, продолжая в том же духе. Надеюсь, вам, ребят, понравился сегодняшний... А вот, смотри, создатели Сир Ютуб, Вали Джонни и Вокси. Спасибо вам, ребят, спасибо вам большое. Надеюсь, вам, ребят, сегодняшняя карта зайдет и понравится, и вы поддержите Вали Джонни и его помощников, и поставите Лукас, и мы сможем набрать 30 лайков. И рандомный комментарий залетает от геймломка, который пишет: можно булку поесть? Это вопрос или это просто факт? Окей, можно булку поесть, да, можно. Окей, что ж, давайте приступать, давайте зайдем в это здание. Давайте звук сделаем погромче, потому что я только что взрывал другую карту. И посмотрим, что у нас здесь происходит. У нас есть создатели Сири, Ютуб, Вали Джонни и Вокси. И у нас есть правила: Game Rule Survival Easy, 15 чанков Easy, отлично. И веселиться, блоки не ломать. Что у нас здесь? Еда, найс. Ну что, ребят, вы готовы? Потому что, по идее, мы сегодня попадем в 5 стран и один географический регион, типа... Арктика, вроде бы, слышал. Ладно, не будем спойлерить, он мне это написал в письме, но на этой карте ты будешь путешествовать по разным странам, а в конце ты получишь приз, удачи, и еще с тобой будут профессиональный проводник Сир Ютуб. Можно играть вдвоем. Окей, а как на начинчи... А, я понял, спасибо, окей. Телепортирую. Ребят, это супер здорово наверняка будет, я уверен. Вали Джонни всегда делает супер карты. Франция. Опа, вот мы и приехали с Пампойнт и Night Vision. Франция, это сегодня у нас что, простите? Дроппер, конечно же. Ну, давайте посмотрим. Так, ну я вижу воду. Неужели это такой простой уровень будет? Или он не такой уж простой? Давайте посмотрим. Ау, сори. Не-не-не-не-не. Ребят, затупил. Затупил, бывает. Такое с кексом бывает. Это фейк? Нет, это не фейковая вода, поэтому нам туда и надо. Давай, возьми бара, идем, почему бы и нет. Мы сделаем раз. А, почти, окей, сори. Ногу сломал. Так, смотрите, мы делаем хоп. Да ты в смысле? А, ребят, ну это не смешно. Но зато я понял то, что нам нужно, типа, вот сюда. И вот сюда. Изи, это же было так легко. Почему я так долго проходил Францию? Следующий уровень. Телепортирую. Окей, двойная Ю. Что это может означать, никто не знает. США. Опа. Бродвей Стрит. Я не знаю, где Бродвей Стрит находится. Неужели это Нью-Йорк? Бродвей? Нет? Погодите. Это же Нью-Йорк. Ребят, помогите в комментариях. Что мы видим здесь? Это что? Это хот-дог? Это хот-дог, друзья. Ну, что это за лодка такая? Это хот-дог с кетчупом-горчицей. Так, а что нам здесь делать нужно? Что это за тип уровня? Найди кнопку наверняка. Конечно же, бургес. Куда же мы будем с бургеса в США? И, конечно же, Макдак. Окей, я только сейчас это увидел. Я предполагаю, что это найди кнопку, друзья, уровень. То есть каждая страна, это будет свой, так сказать, своеобразный уровень найди... А, не найди кнопку, а своеобразные, так сказать, испытания. Которые каждый в себе будут иметь что-то уникальное. Так, а вот если я сюда упал, я смогу отсюда выбраться? Да, спасибо. Спасибо, что сделали выход обратно. Кнопку, говорите, найти, да? Ну, точнее, мне никто не об этом говорит, но я предполагаю, что это нам нужно сделать. А кнопку? Где я могу видеть кнопку? Я вижу вот здесь одну кнопку, которая явно не она. Вот здесь кнопка, которая тоже явно не она. Интересно, что у нас под водой? Под водой тоже ничего не вижу, интересно. Так, ребят, ну я не ожидал, что будет так сложно найти кнопку. Может быть, на голове? Нет, на голове нету. Вот эта кнопка тоже не она, это не она, если это не она. Я больше не знаю, где тут еще могут быть кнопки, я их не вижу. В принципе, здесь очень мало места, куда можно спрятать кнопку. А где они могут быть? Кто-то видит. Так, ребят, это уже не смешно. Я здесь нахожусь минут 5-10, я не знаю сколько, но я просто кругами хожу, но я не могу понять, что здесь происходит. Где кнопка-то? Кнопка-то где? Алло? Я уже на все нажал. Ну, здесь больше, ну, ничего нету. Ну, белый фон. Ну, тут не может быть где-то спрятана еще кнопка. Ну, где? Где? Я уже прыгал в эту картоху уже 100 раз. Ну, нету здесь ничего. Это не она. Я забирался на вот эту картоху. Может быть, погодите. О май гад. Оказывается, там другой прыжок вниз был. Ладно, Африка. Окей. Короче, это паркур. Мне Сир Ютуб пишет.
О, какой я тупой! Почему? Я столько времени потратил, это не смешно, это просто не смешно. Ну ладно, хорошо, так, что мы делаем здесь? Прыгаем сюда, прыгаем куда? Сюда, сюда, туда, сюда, куда, туда, туда, сюда. Окей, хоп, изи. Хорошо, Африка, говорите, паркурец. Ну, Африка это континент, а вот что это за... Это Уганда? Нет, вот что это за флаг, ребят, кто знает? Напишите в комментариях, кто знает, что это именно за страна в Африке. Было бы интересно просто узнать, почитать. Так, мне сюда. И теперь вот сюда. Окей, пока что не слишком сложный паркур. Раз, прыжечка, а по кактусам, говорите. Раз, два, три. Раз, два, о, нет. Раз, два, три. Вы что, издеваетесь? И... Погодите, мистер Валежоне, ты говорил, что спампоинты работать будут. Погодите, где-нибудь туда. А, мне солгали, спампоинта не было, друзья, к сожалению. Ну да ладно, я прописал его вручную, я вернулся сюда с помощью читов. Конечно же, я не собирался проходить все заново, но... давайте посмотрим, потому что, походу, неужели это то, что я... Погодите, могу сделать вот так? Могу. Короче, мне кажется, я понял, что это сейчас будет... Ты чё, дурак? Короче, я... Ребят, то, что я понял, что это прыжок с кактусом. Нужно выбрать идеальный момент, чтобы кактус меня подбросил. Это... Ох, как это неприятно. Но, мне кажется, я уже научился делать такие прыжки. И сейчас мы в этом убедимся. Я надеюсь. Я думаю, мы это проверим. И у меня получится. Я надеюсь. Камон. Кейн, не подведи людей. Так. Окей, поехали. Значит, раз, раз, два. Раз, два, раз, два, три. Это будет жестко, друзья. Мне нужно высчитать идеальный момент, когда мне нанесется урон, и именно в этот момент прыгнуть для того, чтобы мой прыжок стал... Короче, чтобы я просто дальше прыгнул. Смотрите, как это работает. Я надеюсь, у меня сейчас получится. Раз, два. Раз, два, три, четыре. Да как? Как я это сделал? Так, ребят, я уже начинаю немножко коптиться, поэтому я поставил спампоинт, с вашего позволения, здесь. Давайте пробовать, потому что это жестко. Раз, два, три. Видите, это, я не знаю, с какого попытки у меня сейчас это получится, потому что, ну это жестко. Смотрите. Раз, два, три. Раз. О, да как я должен это сделать? Ребят, ну... Почему такой был легкий паркур вдруг до этого момента? И вдруг с самого легкого паркура в моей жизни мы перешли к самому сложному паркуру в моей жизни. Как это работает? Авторы? Авторы Валиджони, объясни. Раз, два, три. Нет. Или же, погодите, или же это просто прыжок в 4 блока? Нет, это не прыжок в 4 блока. Нет же? Погодите. Раз, два. Да я не могу, я не понимаю. Мне нужно... Нет, мне нужно высчитать кактус. Раз, два. Да куда же ты? Что ж ты делаешь? Погодите, может быть вот так? Вот так? И вот так. О! Раз, два, три. А, так это был прыжок 4. Короче, не нужно было высчитывать, короче, типа, чтобы меня обустануло на кактусе. Ну, ребят, ну откуда я знаю? Все, забудьте, неважно, поехали. Хоп, раз. Изи. Yes. Окей. Я мог это пройти и... Неважно, давайте просто забудем. Изи Африка. Что у нас дальше? Испания. Короче, это коррида. Или по-русски битва с быком. Тут три стадии. За поражение стадии тебе будут выдаваться кнопка на следующей стадии. Возьми вещи из сундука и сражайся как мужик. Переведено с английского языка. Мулета. Это палка с висящей на ней красной тканью. Если не убьем моба с первой стадии, не переходи на другую. Даже если у тебя есть кнопка, переходи. Все по порядку. Так. Так, я знаю про битву с быком, но как это работает? Погодите. Как? Что? Что? Где? Куда? Мулета. Изи бронька. Ага, что мне нужно с ней сделать-то? Окей. Бум. Первая стадия. Спампоинт. Поставил. О май гад, это бык! Бык, спокойно. А, бык застрял. А нет, он все равно меня атакует быстрее, чем я. Окей, придется его шлепнуть. Так, я все правильно делал? Мне просто нужно убить первого быка. Из него выпадет кнопка для следующей стадии. Окей, вот это супер прикольно. Посмотрите, сделали даже этот колизей или есть кнопка. Найс. Класс, красота. Только, ну, единственное, я бы чуть побольше, наверное, каких-то украшений бы добавил. Как-то все слишком досочно, вам не кажется? Слишком досочно. А, второй уровень. Бум, бум. Поехали. Еще один. Окей, парень, спокойно. Спокойно. Подходи, поосторожнее. А их двое теперь. Вот в чем приехал-то, их двое теперь, но они мне мало чего могут сделать, потому что, как бы, ну, у меня яблоки, изи. Только, а что будет тогда на следующей стадии, что их будет трое? Вы что издеваетесь? Окей, ну это изи. Давай. А где мой прицел, кстати, который должен, по идее, мне показывать мою перезарядку удара? Что-то я не вижу перезарядку удара свою, ну да ладно.
Окей, и теперь пойди третья стадия, да? Бум, поехали. Трое, да? Нет, один? Снова один? Почему один? Или... А, нет, второй подъехал. Вот они, где парни. И третий? Третий будет? Или их только двое? Чё... Окей, хорошо, двое, это изи. Они могут пройти из-за того, что они друг друга толкают. Но я справлюсь, я справлюсь. Я сказал, я справлюсь. Come on, come on. Да, какие же вы долгие. Окей, давайте проходить по одному. Они не... они не могут пройти. Может быть, вот эту кинуть штуку? Получай в нос. Получай в нос. Получай в нос. Да, камон, да давай ты уже, да умри. Да ты что, ты себя представляешь? Такое минус, наконец-то. И последний парень. Последний парень. Ну же. Изи. Фу, мы это сделали, друзья. Найс. А, конец. Пум. Телепортирую. Конец карты? Нет, это еще не конец карты. Тут должно быть еще что-то, я уверен. Ну же. Арктика. Бам. Короче, это мое любимое испытание. Лодочки веселись. Окей. А, так здесь я типа не буду падать никуда. А, это просто ехать. О, вот это чил. Вот это настоящий чил. То есть мы просто едем, друзья. Эй, мистер Пень, отходи. А, короче, мы просто едем и наслаждаемся, так сказать, скольжением. Потому что здесь мне не нужно 3 часа высчитывать мое, так сказать, мое равновесие для того, чтобы проехать на какой-то узенькой полосочке изо льда, чтобы потом не упасть в лаву. Здесь мы просто чилируем, можно сказать. Просто чилим, друзья. Поэтому так. Come on. Куда мы приехали? Еще раз. Я бы прокатился, но, наверное, мы идем дальше. Мы хотим посмотреть, что же дальше будет на карте. Давайте посмотрим, телепортирую, кто у нас дальше. Австралия. О май гад. Билет. Австралия, билет, Австралия. Так. Ага. Tower of Terror 2. Парк Dream World. Квинсленд. Австралия. Не жми F1. Окей, не буду жать F1. Давайте мы немножко разгоним и поехали. А F5 можно? Окей, я нажму F5. Хотя ладно, вроде бы мне ничего не говорили. В 1997 году эти горки были первыми. Скорость движения, по которым достигала 161 км в час. Длина падения движения, по которым... А, длина падения составляет 100 метров. Высота конструкции 115 метров. Башня ужасов была реконструирована. Были изменены некоторые детали аттракциона. И вновь запущена башня ужаса 2 в 2010 году. Интересные факты и история про Австралию и парки с американскими горками. Класс. А, это, походу, финальный уровень, где мы просто объезжаем всю карту. Вау. Классно. Вот это я понимаю, друзья. Вот это карта, друзья. Вот это очень чиловая, интересная карта с интересной идеей и идеальным исполнением, мне кажется. Просто супер. Плюс мы еще и познали некоторые вещи про некоторые страны. Разве это не здорово? Окей, молодцы, ребят. Молодец. Мистер Сир Ютуб. Мистер Вали Джонни, конечно же. Как же третьего подписчика звали? А, я не вспомню. Лучше я не буду говорить какой-то рандомный ник, иначе его неправильно назову, это будет звучать очень стрёмно. Но, блин, ребята, это очень круто, смотрите. Америка. Мне очень хочется узнать, что это за флаг, друзья. Должен кто-то из вас знать. А если не знать, помогите, загуглите, плиз, напишите в комментариях, что это было такое. И я так понимаю, это конец? Нет. Это было начало. Да-да-да, мы... Я не знаю. Я не знаю, мы по кругу едем, или куда, или где, или зачем, или почему. Но вроде бы мы уже у конца. Слушайте, это было супер карта. Почему не жать F1? А почему? А если я хочу? А если мне надо? Окей, ладно, не будем жать. Так что, что могу сказать, господа? Надеюсь, вам понравился этот видос, и вы поддержите вашим лукосомер. Не волнуйтесь, я... Медведи? Они пропали... О, медведи исчезают. О-оу. Не волнуйтесь, мы взорвем карту. Не волнуйтесь, я в одном из предыдущих выпусков не взорвал карту. Но это была карта про симуляцию. Там проблема в том, то, что я вообще ее не мог никак взорвать, потому что мне не позволяло выходить в какие-то другие режимы игры, типа креативы и так далее. Я просто не мог. Я не мог это сделать, друзья. Сори. Бум. А, титры. Окей. Титры. Как же звали третьего подписчика? Команда в блоке Вали Джонни. Вали Джонни, красава. Так. Декор уровней Вокси, вот как его звали третьего подписчика. Спасибо большое. Лучший проводник, Сир Ютуб. Ну, я полагаю, что YT означает Ютуб, правильно? Опа, огромное спасибо, что прошел карту. Мы строили ее 6-7 часов. Создатели были Джонни, Вокси и Сир Ютуб. Приз, голова Кейна. Класс. Русские флаги. Йоу, это было супер круто. Класс. Спасибо вам огромное, подписчики, за такую чудесную, очень милую ламповую карту. Очень понравилось побольше бы таких интересных карт с интересными идеями. Ну, в принципе,
да не то чтобы побольше бы. Вы и так дофига интересных карт отправляете, поэтому всем вам, ребят, спасибо большое за то, что тратите время и делаете для меня карты гигантские-гигантские. Вам всем спасибо. Ну, а я думаю, на сегодня более-менее все. Надеюсь, вам там видос понравится. Вы поддержите вашим лукасом вверх. Напишите какой-нибудь дикий, рандомный, сумасшедший комментарий, который, возможно, попадет в следующий выпуск. Также подписывайтесь на канал. Можете нажать бубенцы, колокольцы и все вот эти вот приколы и так далее и тому подобное. Ну а с вами был Клей. И как бы всем пока.